Привет, дорогие друзья из жаркой-жаркой Алании. Я сейчас нахожусь опять около магазина Stephanie Diamond и расскажу вам почему. Во-первых, вы хотели увидеть, был такой запрос, увидеть, как здесь делают украшения и, ну, в основном кольца. И я хочу заказать одно кольцо с камешком, но оно будет серебряное, не золотое. И хочу показать вам, как делают кольца. Покажу вам сначала витрину магазина Stephanie. У них здесь появились новые, различные новые украшения с бриллиантами, новые дизайны. И нас уже встречает Эдди Витвей, занят клиентами, видите? Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, снова привет. И как я уже вам говорила, я пришла делать кольцо интересное, мы потом его покажем. Но пока наш мастер занят, который будет делать непосредственно кольцо, Эджевит нам сейчас покажет разные камушки. Да, мы сейчас покажем. Да, и покажет интересное украшение, пока мы ждем, пока наш мастер освободится. Как видите, модель квартиры. 18 карат золота, 750 проба. Хвост, правильно у нас? Гвоздь. Гвоздь, да, ага. Хвост, гвоздь. Хвост, хвост это другое. Хвост это... Да? Вот, пардон, это вам перепутал. Это модель называется, дорогие гости, это Cartier, вот колечки и браслет, например. И у нас люди часто спрашивают, такое можно с камнем, без камня можно, и такое можно любой. Желтый золото, белый золото и красный золото можно. Модель называется Liberty. Очень интересный здесь. Это под золото, это 18 карат золота, белое золото, 750 проба. Дорогие гости, очень модно, конечно, хочу сказать, камень, багет. Конечно, бриллиант бывает, разные огранка бывает. Багет, бриллиант, принцесс, огранка и овальная огранка. Вот это в этом году багет, как вы видите, друзья. Видите, бриллиант капелька, и средняя большой бриллиант капелька, и вокруг маленький бриллиант, тоже 18 карат золота, как вы видите, здесь есть очень красивый, у нас новый появился. Это интересно. Да. С одним камнем. Модель называется Змей. Змей. В этом году, дорогие гости, я вам сказал, мода всегда меняет, в этом году очень модно. Сейчас интересные вещи я вам покажу. Колечки. И сережка. Видите, фиолетовый свет здесь. Это как... Это золото? Это золото. А фиолетовое? Фиолетовое это тоже золото. Там это идет родовый свет, там идет фиолетовый. И 14 карат золота. Это комплект, Анастасия. Комплект. Такой бывает разный. У нас был тоже красный, такой был свет, красный свет, мы вчера продали. И сколько он стоит? Приблизительно. А, еще сережки. Да, еще сережки есть. Видите, там английский заслужки. Это не только фиолетовый свет, бывает разный свет, бывает, Анастасия. Есть красные. Синий, черный, белый, и сколько разный. Стоит такой комплект? Это набор, приблизительно скажу, дорогие гости, $3000 приблизительно. $3000. Да. Дорогие гости, тоже у нас есть флексия, обручальные колечки. И мы можем тоже любой заказ принимать насчет обручальных колечек. Много, не только этот вид. Необычно, на стиле. У нас здесь есть ателье, мы сейчас покажем. Если у вас есть с собой старое золото, и возьмите, пожалуйста, с собой старое золото. Можем, если у вас есть с собой лом. Лом. От этого, от старого золота можем делать. Прежде чем мы пойдем в ателье, мы посмотрим камни. Мне нужен один фиолетовый камень, и будем делать серебряное кольцо. У нас, друзья, не только, у нас есть много разных видов. Сейчас я вам покажу. У нас... Так, вид один даже упал, это нам принесет счастье уже. Это да, на удачу. Да, на удачу. Так, здесь я вам могу показать, допустим, есть разный светлый топ. Ну вот, я сразу вижу, вот такой вот камень я хочу. У нас есть, дорогие гости, здесь есть бирюза, аквамарин, топаз, стрин, александрит и оникс. Я вам сказал, конечно, в прошлый раз тоже я вам сказал. Когда вы покупаете изделие, главное изделие, самое главное, мы вам даем гарантийный сертификат, как вы увидите. Здесь написано на английском языке, я хочу вам сказать на русском языке. В общем, наша компания находится под кассовым контролем. И мы вам даем гарантийный сертификат на 5 лет, чтобы обмен, ремонт. А 10 лет можно на этого ремонт.
Это бесплатно из нашего компании. У нас, хорошо, дорогие гости, в этом году, обещал, у нас в этом году 35 лет юбилей, так что вы получили подарок из нашего компании, да? Да. Так что я вас поздравляю. Объясните, пожалуйста, как у вас вчера произошло этого? Как вас зовут, скажите сначала, с какого зовут города? Какого меня города? Зовут Анна, я из Удмуртии. Как все произошло, ну, как-то на дискотеке «Восточная ночь». Гостиница. В гостинице «Аджар» был розыгрыш. И по счастливой случайности... Вы победили. Я победила, а да. Вы в Турции часто отдыхаете? Нет, первый раз. Первый раз. И первый как вам? Раз. Замечательно. Нравится? Гостеприимный народ, гостеприимные люди, добродушные. То есть, ну, вот как-то вот это вот все так сложилось. Замечательно. Дорогие друзья, видите, мы сейчас камни выбрали здесь. Камень здесь, фиолетовый камень. И Анастасия... Она выбрала вот такую кассу, она хочет серебро, это серебро просто. И один к одному форма будем дать с этим камнями. Ну, они, конечно, будут меньше, видите, что здесь большой это Анастасия, здесь такой меньше. Мы сейчас покажем, будем появить серебро Анастасия и будем дать от этого кассу. Это серебро, это можно сюда тоже, можем появить золото, от этого можно дать. Любое изделие. Видите, это чистый серебро. Знаете, кремовый лицо. Сейчас видео будет, как видите. Было это, так, видите, сейчас уже все, чистый серебро, видишь. Здесь будет крест, смотри, Анастасия. Будем от этого твои крышки делать. Какой толщины? Толщину надо померить сейчас, потому что здесь разные размеры. Сейчас он каждый... По одному разу прокатывает в каждой, да, видишь, в каждой толщине. Да. Сейчас опять... Будет делать для крепления для камня. Совершенно. Да, крепление. Делает потоньше. А он сейчас делает так, чтобы серебро стал мягкий, чтобы работать, и такой будет кассу будет. Сейчас. Сейчас, дорогие гости. Резать? Я, дорогие гости, это мастер за 10 вид делает одну серебряную кассу. Это нигде невозможно, эту работу. Мы просто у нас сейчас съемка идет, снимаем. А вообще это займет время, где-то 2-3 часа займет. У него такой талант. Он сам тоже мастер. 35 лет мастер. У меня был 16,5, 51. Вот, совершенно верно, твой размер здесь 51, сейчас будем 51. Отрезает прям по размеру. Так, по размеру. Теперь закручиваем. Видите, дорогие гости, как вы видите, Хамана Георгия Михайловна. И, видишь, он сейчас отрезает. И покрепление туда будет поставить. Он будет разведет, и туда будет поставить покрепление. Ставить крепление. Крепление. А это что? Бу не верабе? Тенеке рабе, кайнаат сусунде. А просто он, чтобы... Это... Кайнаат макчи. Чтобы закрепление он подержал. Сзади камень, он берет. Он делает баланс, чтобы был ровно. Измеряет размер? Размер камня там. И будет там ровно, видишь, сейчас оно будет ровно. Камни, видишь? Подошел? Да. Сейчас смотрим, он будет поставить камень. Немножко большой. Полируйте, там идет процесс. Почистить, полируйте, делает баланс. Thank you.
А почему он работает без перчаток? Neden eldivensiz çalışıyorsun? Onu hissetmem lazım. Ha on вот эти ответы ему. Он должен чувствовать эти вещи изделия. Это талант вообще, он сам говорит. С перчаткой он не чувствует ничего. Когда он работает без перчатки, он чувствует. И от души работает, это талант. Eğer ben onu yapmazsam taşı içine koyduğum zaman düşer altta. Вот эту вот штуку. Вот эта штука будет onda. Если он будет эта штука, тогда камень падает. Это золото. Видите, дорогие гости? От этого можно делать любую вещь. Браслет, сережка, колечки, всякие изделия. Главное, модель. Какой модель вам нравится от старого изделия? Будем здесь появить тоже. Как расплавить и делать новые изделия. Вот это изделие. Теперь отпиливаем по размеру. Сейчас уже, вот, я видел, хочу вам сказать, уже сейчас последние 15 лет очень сложно найти мастера. У нас сейчас уже стали сам последние поколения, а сейчас новые поколения, у нас дорогие гости, нет, они не обращают внимания. А сейчас все уже работают, самочно работают. Уже такие таланты, такие люди уже умирают. Как сказать, видит талант, это уже сам последний этого поколения. Видишь, такой уже через 15, через 20 лет очень сложно найти. Уже мастера не остается, нет мастера. Кольцо уже начинает принимать свою форму. Уже форма видно, видишь? Да, полирует его, и уже видно подставка для камня, или как она называется? Да, подставка камня. Сейчас он промерит, видите? Анастасия. Когда мастер, видите, что-то выпиливает, то серебряная пыль, она не теряется, ни золотая, ни серебряная, она падает вот туда вот вниз, и потом они ее собирают и опять плавят. Ага, получилась круглая форма. Сейчас выпиливает под высоту камня. Обрезает. Снова примеряем камешек внутрь, подходит или нет. Немножко большевато опять. А если сейчас принять кольцо? Уже видишь, камень готов. Размер замеряет? Да, размер замеряет. А, длину. Ага. Сейчас будет кисель. Ваш размер 51, по нашему, на 16 примерно. Отпиливает. Как раз, это уже кольцо, сейчас 50% готово, 55% готово. А серебро мягкий металл получается? Юмшак мада, не юмшак. Алтын, айн. То же самое, как золото. Ya, yumuşak tabi. Ну, конечно, да, мягкий. Biraz metal. Daha. Мягкий металл. А, подгоняет по размеру. Размер. Расширяет его. Теперь опять полирует. Сейчас тоже ровно. Сейчас чистит кольцо, чтобы было ровное. Ровно. Изнутри и сверху. Теперь примеряет ободок для камня, куда он будет крепиться. И потом будет припаивать его, да? Сейчас отрезать этот кусок. Отпиливает. Для того, чтобы... Требуем. Чтобы закрепить, да, ободок для камня. Будем камень поставить туда. Резинку уже отрезали, теперь примеряем.
теперь остался только камешек. Для того, чтобы припаять, он берет тонюсенькую пластиночку серебра, ее расплавляет и таким образом припаивает верхнюю часть к нижней части. И для того, чтобы колечко было чуть-чуть выпуклым, по бокам мастер его спиливает, и оно получится немного выпуклое. Теперь полирует сверху. Так, дорогие гости, как вы видите, уже здесь оно готово, пока сейчас камень будем поставить, видите? Угу. Сейчас размер я хочу... Промеряем размер быстренько. О, как размер? Нормально. Нормально, да? Сейчас все снимаем. Сейчас и мастер... вставляем камень. Да. Так, теперь мастер промеряет камень. Угу. Угу. И делают уже дизайн, чтобы... стал красивее. Не как просто, видите, вокруг где так бомба. Будем чистить и все, готово. Так, друзья, видите, уже Анастасия кассу готова, которую она заказала, камень, фиолетовый камень. И серебро сейчас уже осталось чуть, все почистим. 1 минут, и все, она готова. Так. Все, Анастасия, тебе поздравляю, у тебя уже получилось очень красивое колечко, видишь? Да. Так, дай палец Анастасии, видишь, размер тоже как так, раз... Так, меряем твой, кольцо. Да, как раз твой размер, отлично. Вот, уже все готово. Угу. Ой, прям такое красивое. Да, друзья, я всегда говорю, видишь, у нас наш мастер, Анастасия, покажи, пожалуйста. Мастеру спасибо. Я сказал, что возьмите ваши старые изделия с собой, всегда можно взять на любое изделие. Еще хочу вам сказать, дорогие друзья, у нас есть тоже сервис по любой город, Бели, Кемер, Алания, Анталия. Если вы у нас когда приезжаете в Турцию, обязательно... В общем, друзья, вот такое вот красивое колечко получилось. Стоит оно $60. Да, 60 долларов, но это Анастасия ручная работа. Если да. Готова фабричная вещь, она стоит 25-30, но это серебро. Чисто ручная работа с камнями. И это, кстати, индивидуальный дизайн, да? Дизайн. Да, индивидуальный дизайн, ручная работа. В общем, $60 и материал, и камень, и вместе с работой. Поэтому приходите, можете приносить старые изделия, переделают в какой-то новый интересный... Есть вещь, конечно, стоимость $100, есть вещь, которая стоимость без лимита. Да. Так что, парт 3 я вам покажу сначала 1 сентября, покажем у нас самые дорогие вещи. Да, поэтому добро пожаловать в Стефани Даймонд. Приходите, всегда, покупайте. Да, всегда. Всегда. Но приходите, так что увидимся до... Увидимся в следующем видео, да. Да. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Спасибо большое. Всем большое.